Употребление больших объемов алкоголя под палящим солнцем стали не лучшим времяпрепровождением для двух мужчин. Мирная беседа постепенно перешла в разговоры на повышенных тонах, а потом переросла в словесную перепалку. А когда аргументы закончились, в ход пошли кулаки. Граждане просто сидели, распивали алкогольные напитки, в результате чего конфликт произошел, какой-то личностных отношений. Один другому нанес удар, в результате чего он упал, ударившись, получил сотрясение головного мозга. Сотрудники полиции установили личность одного из вандалов, который краской из баллончика рисует на городских объектах. Также с помощью записи с камер видеонаблюдения устанавливают личности людей, осквернивших доску почета на площади Ленина. Веществом красного цвета закрашены глаза полосой. На всей доске почета также изображения черного цвета нанесены. Объект привели в порядок, и уже практически не видно следов краски. На дорогах произошло 7 ДТП. Обошлось без раненых. Владельцам надо будет восстановить только свои автомобили. Операция сотрудников ГИБДД по выявлению пьяных водителей за рулем, которая традиционно проводится в субботу и воскресенье, на этой неделе пройдет на несколько дней раньше. Так как 24 июня будет выходной, то ловить нетрезвых водителей стражи дорог будут во вторник и среду. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.